Так, привет, носок. Так, больше вроде никто не пришел. Так. Я просто разбираюсь со своими замечательными разряжающимися устройствами. Что у меня заряжено, что нет. Так. Должно все работать, я надеюсь. Так, микрофон, звук игры. Еще секунду. Хочу какой-нибудь бонус. Понял. Карчейс. Что это на камере? Вот это я помню, это я не помню, это я не помню. Англс. Это... А он помню. Там какая-то дичь была. Наверное, да, это нет. Мне кажется, здесь какая-то хрень была жесткая. Назад за треугольник. Так, continue. Возвращаемся к моменту, когда игра у меня вылетела. Надеюсь, сейчас она не вылетит. Тут не очень. Так. Надеюсь, мне никто не позвонит. Потом меня основное устройство для чата пока что заряжается. Так, врубись себя. Сейчас будут очень сложные вещи. Ее будет крыть, как не знаю кого. Чем ты сюда идешь? Да, Карли очень плохо. Нет. Here's the archive terminal. I can consult the file here. Игре хорошо. The save files are classified by year. The Kirsten files should be in the 1990s. It shouldn't be too hard to find. Да, это она так дышит. I'm freaking out. Смы! I can't breathe. I gotta get out of here. Come back later. I can't.
can control my fear. Игра. Не беси. Там дофига пространства. Зачем ей дышать? Ей... Там дофига... Знаешь как? Вдох-выдох такой резкий. Семьдесят какой? I can't take it. It's just too much for me. Там просто... Зачем она, я не понимаю, убегает сюда? Если вы посмотрите на эту комнатку, вот здесь вот просто, вот этот кусок. И прям ровно столько же пространства там, где комп стоит. The file starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Вот почему она здесь задыхается. Здесь места много. There's no power to the terminal. I guess there must be a switch box somewhere. Где? Да, больше дели мне экран. Игра, пожалуйста. Я все замечательно и так вижу. Так, сейчас я прочитаю, я не успеваю смотреть вниз. Мне же плохо. Не-не, все нормально. А какой год сказали? 70 какой? 70-е же, да? Так, стоп. Игра. 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 По-моему, игре снова хорошо. Вот просто ради интереса. Она снова не хочет поворачиваться. То есть плохо. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Мне кажется, на этой сцене ломается просто игра немного. Nothing on Kirsten. Так, какой год? Must not be the right disc. Тут можно это как-то посмотреть? Нет. Какой год? 70-й же, по-моему, сказал, да? Starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Давай, пожалуйста. Nothing on Kirsten. Must not be the right disc. Пошли дальше искать. Я не помню, какой год. Йоу.
The electricity's cut. I just need to stay calm. I will control my fear. Давай, все хорошо. Смотри сюда. Ой-ой. Я пропустила. Так. Так, сейчас просто мне нужно взять что-нибудь, а то снова камер укроет. You're the file starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Я вообще не помню, какой год нужен. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. А почему здесь не хочешь ничего брать? Starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Какой год? Так, еще. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. Так, Google, скажи мне, какой год? Kirsten диск. Господи, сложно. Включился снова, ну, ладно. Я не видела, что кто-то писал. Ладно. Так. Так. Смотрела. You're the file starting with K. Just need to check to make sure. Да, пофиг. It's starting. My hands, they're shaking. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. Так. Я так понимаю, нужно еще раз тебя повернуть. Так. Тут я, по-моему, не смотрела, да? Только сейчас вообще потыкаюсь. You're the file starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. Starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal.
Something on Kirsten. Must not be the right disc. Starting with K. Да я уже знаю. Need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Я скоро эту фразу наизусть выучу, по-моему. Nothing on Kirsten. Must not be the right disc. Какой диск правильный-то? Я сейчас смотрела. It's starting. My hands, they're shaking. I'm having trouble breathing. I've just got to stay calm. Can't let the fear get out of control. Хватит трястись. Успокойся. Мне нужно с этой стороны взять. С этой стороны хочу взять. Град, дай мне взять с этой стороны диск. Правильно идти тут, на самом деле, а? Может так? Дайте мне диск какой-нибудь. Град, дай мне диск. Нет, ты не хочешь давать мне диск? Так, сейчас, секунду, а если... Почему тебя здесь кроет? Тут... Куда ты идешь? Успокойся. Если что, это не я так поворачиваю резко, это оно само. Так. Иди к профессию. Кирстен. Руководство по прохождению 2006 года от игромании. Помоги мне. Не понимаю, здесь упор. Так. Мордор. Карл выходит на улицу. Бла-бла-бла. Дать долг. Кстати, я поняла, какую сцену я пропустила ночью, когда там Лукас проснулся. Я аж помнила, что я это видела все. Оно находится в секции 90-2000-х. Окей, так. Чтобы туда добраться, поверните левое колесо. Второе. Возвращайтесь. Левое, правое. Ага, я понял. Я просто не тот год искала. Все у тебя хорошо, да, Карл?
практически не кнопочки, которые... Ага, да-да-да, тебе очень плохо. Ну, сорян, я тебе никак с этим не помогу. Ты сама сюда полезла, моя красивая. Здесь нет ничего. Да, нет ничего. Все правильно думаю. Так, тут должно быть какое-то еще колесо. Вот это повернуть, да? Нужно. Ой, сложно думать. Я сюда думать пришла, что ли? Развернись, женщина. Я знаю, что тебе плохо. Ты страдаешь. Ну ты сама сюда себя загнала. Думать, да. Так. По-моему, вот это. Понятно, я с этой стороны взяла, если что. Чтоб этот другой. Я забыла, с какой стороны нужно взять. Я потому что год не поняла, какой нужно искать. Я думала, 70-е вообще нужно искать. Ура! Файл empty. No report, no evidence, nothing. Wait. Here's the name of the detective in charge of the investigation. Robert Mitchell. Так. Я не знаю, за кого играть. Сообщение так трендует, скажем. Это интереснее. Смотри, ой, так. Кого взять? Кого играть? Полис Университи, не знаю. Так, тут, по-моему, будем играть в баскет. Тут мы пойдем с кем-то болтать. Агата's House. Это что-то стрёмное будет, по-моему. Что-то происходит с луком, с сумом, оно стрёмное. Кстати, я еще там нашла, я не могла вспомнить ночью, когда Лукас проснулся. Я помнила, что там была какая-то жесть, дичь полная. И оно там должно было под... Ну, там, минус... дать еще настроение, всякое такое. Но я не нашла, как это делать. Точнее, я знала, что вырубать телек нельзя, потому что там дичь какая-то будет. Оказывается, телек все это и триггерил. То, что там еще должно было произойти. Там... Блин, там какой-то прям апокалипсис, короче, показывался по телевизору. Жесть, страх, все прочее. У него паника, истерика, он... По-моему, в дверь звонят, там какая-то девочка еще должна была появиться. Да, пошлите к Луксу. Кто такая Агата? Я не знаю, кто такая Агата. This is the street her house is on. There's no point looking any further. А, нет, да. Ага, окей. Это вот сюда, да? Такая Агата. Here it is. Я не помню. Стоп, или это... Кажется, я поняла, кто это.
У нее же вороны еще, по-моему, будет, да? Сейчас посмотрим. Это же она, да? Что я вспомнила, здесь так. Здесь тоже очень стрёмно будет. Is there anyone here? Ничего особо не происходит. Но здесь стрёмно. Is anyone at home? Как же двери закрываются. Охо-хо. Смотрите. Да, это она. Candlesticks, an old grimoire. Weird atmosphere. A stuffed crow. Долбаные птички. Эх, так. Sheets on all the furniture, as if the house hasn't been lived in for a long time. Так, все открыто еще. Господи, я помню эту женщину. Вот она, о боже. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? I was told that she could help me. Help you? Tell me, who on this earth doesn't need a little help? Какая же она стрёмная, если честно. Да-да-да, она ещё и слепая. One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Ой, где твои птички? Где твои птицы? Сейчас, по-моему, ты упоротая сейчас буду. Нет? Или здесь нормально? Мне казалось, тут какое-то еще упоротое управление будет. Так, у нее где-то, короче, есть комната. И там птица. Боже, этот звук. Здесь? Да. Вот эта комната. The bird can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? I had a vision of another man, making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard, you will find a little bag of seeds. Mm-hmm. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Ох, какая же она стрёмная. Абсолютно серьезно. Я помню, что будет дальше. Так. Птички. Господи, какой-то мешок ты туда высыпал по звуку. Там же совсем еще маленький мешочек, пакетик. Как будто высыпаешь из мешка. А еще птичку. И не дотягиваешься. Блин, показалось, как будто клетки ржавые. А может так и есть? Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible.
Are you able to attach anything concrete to your vision, such as a symbol or sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. A snake. Two open jaws. Oh, dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Так. А где ты искать? Так. В ящике где-то свечки. В каком ящике? У тебя в комнате? Крестик. Плюс лайф. Yeah. The cupboard is locked. Так, сейчас. Сколько сообщений, капец. Жуткая ванна. Так. Stuffed out. The clock has stopped. Пошли на кухню. О, где кухня, интересно? Так. Птички здесь. Кухня здесь. Верно. Так. Nothing in particular. Нормально нож лежит. An old wood stove. The coffee pot is still hot. Стоп. Горячий кофе, она сидела там в спальне. Нож. An old sink. Не, ну я знаю, что дальше случится. Ну, вроде так, помню. Че он такой стрёмный этот? Свечка, зажигаем. Поехали. Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. А где еще свечки? Или ты их все сразу подобрал? А, ага. Все.
нужно по одной ставить. Я думала, они все поставят автоматически, ну, ну да. Типа логично было. Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light, close the curtains, and sit down next to me. Так. Lights out. Lights out. Еще один, да? Сейчас будет классно. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Oh, give me your hands. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide the doors to your unconscious. And let me enter there. That. We're still together. Lucas, are you there? Yes. I want you to return to the restaurant just before the events began. Evacuate all extraneous thoughts and wander freely through your memory. I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now. Нафига сделали куты? Я лучше просто ходил бы. Иногда нажимал какие-нибудь кнопочки. Ну что, да, в следующих играх они это сделали. О чем я? I've gone into the restaurant. What do you see? I see some customers. And I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now, walk to your table. Standing next to my table, but it's empty. You haven't arrived and sat down there yet? Yes, I have. My meal is already on the table. I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. I'm in the restroom, and so is the other man. What's he doing? He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas? Where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my god. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. I can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. Я вот тоже. Я просто смотрю на эти окружочка. But now, it is prior to going into the toilet stall. D.
Do you understand, Lucas? Before. Понял, что я парочку пропустил. It's essential that you keep your concentration, Lucas. You must empty your mind of all thoughts. Let's begin. О-о-о! Серьезно? Я пропустила всего лишь парочку КТЕ, алло. Where are you now? I'm in the restaurant dining room again. Are you sitting at your table? Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lucas? I'm eating. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant, a sorcerer, that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. A man. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. It's one of my favorite books. A shame so few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down for a moment? Ah, it's just that... The man sat down at my table and... Now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress... It's as if she didn't see the man, like he was invisible. So much has been written about the Tempest, especially concerning the theme of magic. And now, what's happening, Lucas? I don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lucas. What happens after that? Do you believe in the power of magic? No, I don't. Listen, You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. The waitress has brought him his coffee. But she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now, what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Master Noctilan, Kata Nekli, Kortniklan, Niklan, Nekmesta, Halim, Halim, Niklan. Я на игру хочу посмотреть! Я не хочу смотреть, куда я! I'm paralyzed. I can't feel my body. The man, Lucas. Where is the man? He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Hurry. I command you to follow that man closely. Oh. He's going out the rear door. Snore. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. Ура, куда я закончились. Хух. You know who that man was, don't you, Agatha? No. I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is.
You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's nothing more that I can do for you. You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. Так, я сейчас отойду на 2 минуты. Игра! Я хочу смотреть, что было на фоне, а не смотреть на эти 2 долбанных кружочка. Серьезно, блин. Я вообще почти ничего не видела, что происходило на фоне. Точнее, не обращала внимания. Ну, я уверен, что они там просто сидели, все такое, но, блин. Все равно интереснее посмотреть. Чем сидеть и в центр экрана посмотреть на вот эти 8 палочек. Сейчас приду.
Так. Куда идти теперь? Здесь мы трещим. И делаем умный вид, как я понимаю. А здесь мы играем в баскет. Куда мы идем? Чатик вот тут. Давайте, выберите, куда идти. Что вы хотите, баскетбол или умный вид? Привет, Кромеша. Так. Что еще где происходит? Куда идти-то? Здесь снова буду идти с... Кутые. Пошли делать умный вид, да. Я тоже так думаю. Там просто баскетбол, это будет Кутые. Кутые, это страшно. Я их только что переживала. Ой, здесь что? Так, здесь, по-моему, умный вид. Или умный вид. Training Sergeant Mitchell? Не помню. That's him. In the second to last row. Thanks. А, нет, мы тут будем болтать. Мы тут будем и болтать, и, по-моему, постреляем еще. Я не знаю, как будет с этого самого. С геймпада и на консоли. Но на ПК это будет... Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Would you mind if I asked you a few questions concerning one of my investigations? Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt I can be much help. It's concerning an old case, but I'm still looking into it. The Kirsten case? Because you can't locate the file, is that right? Yes, that's right. The file's been classified. How'd you like to do some target practice with me? Sure. Why not? Так, это... Нет, не хочешь снять курточку? Или... А, сюда. Окей. Your gun is right in front of you. Go ahead. Так, как тут стрелять? Так, читаем. R2 для шута. R1 стрелять. R2 reload. Ой-ой, ничего не вижу. Стоп, оно инвертировано. Не серьезно. Сложно. Так. Reload. Да, далеко. The way you shoot, you really should come back for some more training. So, what do you want to know about the Kirsten case? Well, for instance, what exactly happened? Guy named Kirsten's calmly shopping in his local supermarket. He's in the kitchen accessories aisle when someone picks up a knife and stabs him to death. Victim? What do you know about the victim? Nothing unusual in his past. He was just in the wrong place at the wrong time. Any other interesting elements in the case? Ah, one more detail. The killer then used the knife to carve some symbols on his own forearms. Very weird stuff. Maybe he just cracked, lost it for a moment. Some people are like time bombs just waiting to go off. That's the first theory I had, until I saw the coroner's report. Each knife entry cut cleanly into an artery, leading to the heart with perfect accuracy. Precision like that, I mean, the guy had a 1 in a million chance of doing that. Even if he'd been a surgeon. Снова стрелять? О, нет. Неудобно тут. На R1 неудобно стрелять.
Почему не R2 стрелять? Как у всех нормальных играх. В смысле, я же выстрелила нормально. О боже. Тебе ненормально, что в краешек стреляю, да? Я же попадаю. Я же попал. I recommend that you come back for some more target practice. The way you shoot, you're likely to hurt someone out there. Да-да-да. Investigation? You didn't stop your investigation there, did you? No, this case really intrigued me. What could have motivated him to do something like that? I mean, I checked out piles of leads and discovered almost by accident that this wasn't the first. There had been other killings with the same profile. You mean where the killer had the same bizarre MO and stuck around afterwards? Exactly. 3 weeks earlier, on the other side of town, another stabbing victim in the middle of the street, no motive. Then I discovered a third case, 2 months prior to that. Then another, and another, and always the same MO. And in all these cases, the perp was arrested? Nope. Either they committed suicide before we got there, or else they went nuts. But each time, the stabbing was identical. They all cut the arteries leading to the heart very precisely. Then they carved a snake on their own forearms. And your investigation into the supermarket killing. Did it lead anywhere? You should drop this one, detective. This is not just a murder case. There's something very odd going on behind the scenes. Looks like I'll be starting a new file. Нет. Может, она сама постреляет, а? Пожалуйста. Все, спасибо. И она стрелялась. Умный вид тоже поделали, стреляли плохо. I've worked good and hard on the investigation. Done everything Carla had asked. Now I just wanted to relax and play some b-ball. And also settle a little score I had with Jeffrey. Пацаны, вам не холодно? Make fun. Yo, nice threads, Jeffrey. Very stylish, my man. You got me totally psyched out in that shit. Right. Okay, here's the rule. Tiger. First to score 10 points wins the game and $200. That cool for you? You can kiss your money goodbye. We'll see. Let's do it. Так, здесь будут супермен крутые, да? Ох, ё. Последний, кстати, крутые у меня не прожалось. Я его сделала. Я не слышала звук, чтобы оно прожалось. The more I see you play, Jeffrey, the more I think you should take up chess. Ah, I like. Класс, пропускаешь хотя бы одну кутыя, оно такое. Не. Алло, я выиграть хочу.
до 10-то? Почему так долго? Не хочу так долго играть. Не хочу так долго весить, куда я? Ну давай только ненависть. Я смотрю не на игру, я смотрю на них. Я не могла про... Я их подвинула, они не прожались. Не, ну серьезно, ребята, вам не холодно, а? Такой себе баскетбол, честно. Я, по-моему, это не так должно работать. Почему у меня сейчас был звук, как будто я сделала неправильно до этого? Один. Хотя я ничего не делала. Не такого. Эх, эта игра нормальна. Мои страдания скоро закончатся. Я имею в виду... Я был в этой сцене. До конца этой игры еще несколько часов. Не знаю, я не помню, сколько играть в эту игру. Ну, если не тупить, как это делаю я. Я не прожала только одно ПТЕ. Он не попал. От компьютера этого делать не нужно. А мне нужно. Да. Найс выронил мячик. Вообще. Казалось, их так специально выкидывают только. Или если ты в полете не успел поймать. Так не докинул. He hits the lane. He drives and he scores. Ladies and gentlemen, that's our play of the day. Play of the day. Yo. You D up pretty good for a white cop. Yeah, нам дали 200 баксов. You ain't so bad yourself. You got some game. Maybe I should have mentioned. I did some ball at college. So, as for the 100, it's game over, man. You're a real SOB, Tyler. I know, and that's why you like me, Jeffrey. Так, Лукас Апартмент. О, пошлите к Карле. У Лукаса мы уже дома были. Давайте посмотрим, на... где живет Карла. Ладно.
фонда. Он еще дальше. Sure took your time. I was in the shower. What do you got? I got nothing. Dead end. Impossible to ID the page marker found in the book from the restaurant. It's got a series of numeric codes written on it, but it just looks like a lot of numbers to me. I thought you might have some ideas. Why don't you fax it to me? I wasn't tired anyway. I'm sure it'll make for good bedtime reading. Okay, I'll send it now. If you get any brainstorms, give me a ring. I'll be here for a while. Tonight's gonna be a long one. Okay, talk to you later, Tyler. Так. Постой. А если на него приключится? Мне кажется, на него и нужно было, да? Normally, I don't like leaving Sam home alone, especially now. But this bookmark had me intrigued. I had a gut feeling that I was holding the key that would identify our killer. I felt like I was closing in on him, and I wasn't about to go home to sleep until I figured out what this paper meant. А чего тут там нужно послать Карле? Что и как, пожалуйста? Так, раз. Что там? Нормально. Давай этого смотреть, а? Как он забавно печатает, а? Читали, from Sam читали. Так это уже тоже было. Oh man, nothing but stock quotes. How can anyone possibly decipher these things? They are... Wait a minute. That's it. I gotta call Carla right away. Что это? Я не поняла, что он нашел. Ладно, честно. Чуть-чуть не поняла, о чем он. Или это такие же номера, как там на этой фигне? Hello? It's a list of stock quotes, Carla. Our bookmark was printed in a bank. Of course. It's so obvious. How'd you figure that out? I had a look on the internet. It was right under our noses from the beginning, and we never saw it. Now, all we have to do is figure which bank printed it. Can you fax me the bookmark? I think I have an idea. I'll call you right back. Так, понесли? Или ты будешь снова ее рассматривать? Да, ты будешь ее снова рассматривать. Сложно же взять ее, сидя, и пойти. Да-да-да, ты, конечно же, ее положишь. Пожалуйста, закончите эту кассану. Да я знаю, что ты спать хочешь. Классно, зевнула, просто минус 20. Водичку попей. Прекрасно, пошли, Карля. Who could that be at this hour? Not expecting anyone. Так. А как туда идти? Где дверь? Где-то там?
I can't open the door dressed like this. Да, норм. Казалось бы, что ты, короче, немного занята тем, что хочешь спать. Все пришли. Да куда ты идешь, Карла? Где одежда? Здесь, может, не знаю, не понимаю. А может быть в самых непонятных местах? Да я слышу. Слушай, чувак, у меня дома нет все. О, в этом шкафу, может. Ага. Пробежимся по дому. А зачем ты прям так, кстати, сильно одевалась? Могла что-нибудь попроще одеть. Ты ж дома. Кто ты? I was feeling kind of bored and thought as my official friendly neighbor you'd agree to share my boredom and this excellent bottle of French Chablis. In my capacity as your friendly neighbor, I wouldn't think of refusing your boring invitation or your excellent wine, Tommy. I imagine that even a die-hard bachelorette like yourself must have some wine glasses around here somewhere. I think I do have some. Somewhere. Sit down, Tommy. I'll find him. Окей, не знаю, кто ты. Я видела от тебя письмо, но я не помню, кто ты. Друг? Или парень? Вот ты. Лежала. Ой. Да, по-моему, так, ладно, вокалы пьем, бухаем. Да. Позже поработаем. Или... Ох-ох-ох, кажется, я вспомнила, что сейчас будет. Полезный человек, в общем, по-моему, он. Я что хотел сказать? Карл похож на эльфа. All right. What to? To love. What else? I'll drink to that. Yes, for love. How are things at work? Pretty good. This month I'm number two on my investment team in terms of annual profit. Not bad, huh? It gets on some of my coworkers' nerves. I've heard them bitching behind my back. What the hell with them? I'm doing what I like. And you, how are you? Business seems good. Every day in the papers they're writing about the rise in crime. At least you must feel useful. Not especially. You know, when you make your rounds and... See 10-year-old kids in the street, stoned on whatever, waving guns around, it makes you feel pretty useless. There's more and more kids on the streets, and we just don't have any concrete response to the problem, other than prison. Sometimes it gets to me, and I feel depressed. I'm happy to see you got your smile back. We all have our ups and downs, right? I always thought that people in New York didn't give a damn about gayness. They were so enlightened. How wrong I was. They still look at us as being different from so-called normal folks. Enough small talk. Look at what I brought. Tarot cards?
I'm going to read your future. You mean you know how to use those things? My grandmother was a psychic. She taught me how to read the cards when I was just a kid. She handed down her seeing powers to me. It really worked, you know? What the cards foretell always come to pass. Let's see if you're going to meet your true soulmate or if you're going to die as a wrinkled old maid. Okay, Mr. Gypsy. Tell me what I'm supposed to do. It's easy. First, take the cards and mix them up. Раз. Take two cards. Oh. Господи, какой-то консумлятор. Посмотрите на эту руку. Привет, Томми. Так. По-моему, в любом случае одно и то же должно дать. А, неверно. Ну и вот это. There's going to be a dark period, an escape. Ладно, тоже сюда. And terrible danger. Take two more cards. You're not alone. You're following someone, and he is disturbing. He hides a heavy secret. Take two more cards, please. А с этого почему у тебя настроение упало? Наоборот, тут еще есть, и он тебе, может, поможет. О, висельник, по-моему, называется. There is a curse. Great suffering and fear. I see dark death and distress. Yes, just come to me whenever you need cheering up. Seriously, I'm sorry, Carla. This is not turning out to be as much fun as I thought. It's okay, Tommy. Let's see what horrors my destiny holds for me. Here are two more cards. One child. Two destinies. A path toward life, the other path toward death. Carla, I think we'll stop there. I'm sorry, I don't know what happened. It's the first time I've ever read this sort of thing in the cards. Usually don't express anything like this. Don't apologize, Tommy. It's just a silly game. I never believed in fortune-telling anyway. Well, I've got to get home. It's late. Hey, since when are you interested in investments? It's about one of my investigations. I thought maybe you could help me with a question I have. I was wondering, is there a way to identify a bank from a list of stock quotes that they've printed? From your facts, no. But normally the original document is printed on watermarked paper, showing a numeric ID code identifying the bank. The ID code is printed on a watermark? All right, I'll check our document to see. Thanks, Tommy. Good night. Good night, Carla. Так. Смотри, Карло, он тебе бутылку оставил. Иди выпей. That's it. I've got to call Tyler. Нет, не оставил бутылку. Нет, оставил. Выпей. Выпей, тебе легче станет. Тебе сложно работать, тебе можно. Ой, ладно. Красиво как. Что это? Помехай. О, Микрон. Кто не знает, короче, вы видите вот это название. Микрон? Это первое... Не первое.
по-моему, это вторая игра, в принципе, Quantic Dream. Фаренгейт третья. До этого еще какая-то игра была. Помню. Да. Дэвид Кейдж. Омикрон, там прям какая-то очень старая, 90-х годов, по-моему, получается вообще. Там интерфейс, по-моему, даже такой более... Ну, такой. Так, cold. Да-да-да, холодно-холодно. Снова Пакистан. Но нот у нее прикольный. Так, в смысле, я же хотела встать. А, наверх, точно. Я не тупой. Так. Что хочу сделать? Что мне нужно сделать? Хочешь поешь? Хочешь поесть? Тебе легче станет. Молочка выпей. Окей, ясно. Почему у них в холодильниках ни у кого ничего нет? Куча ящиков, в которых ничего нет. Это пицца, да? Поешь. Блин, я тоже хочу есть. Может заказать себе что-нибудь или сварить. Ну, в смысле, сделать. Что-нибудь сварить можно себе. Так, звоним. Обратно. Yeah. Our bookmark should be watermarked with the bank's ID code. I'll check it out and call you right back. Так. И где ее смотреть? Может включить лампу, что не будет светить? А, да, поняла. Так. I found it. Tyler? I've got the code. You should have no trouble identifying which bank it corresponds to. This time we've got our killer. I think I'll pay a little visit to the bank tomorrow. You want me to go? Yeah, yeah, I'll go. No, I'd rather go myself if you don't mind. I'd like to see what our boy looks like. We'll meet afterwards at the station and compare notes. See you tomorrow, Tyler. Okay, see you then, Carla. Так, сколько я стримлю? Час 27. Lucas Apartment. Так, давайте, наверное, Lucas Apartment сыграю. И чем-нибудь другим займусь. Не знаю, чем. Чат, вот чем заняться. У меня есть видео, которое нужно смонтажить до конца. Lucas Kane. Master Noctidlan, Castanekli, Courtney. Господи, снова ты. Уходи. Уходи. Уйди. Стоп, это. Твою мать! Это же эта сцена, господи, я ненавижу. Ай, ненавижу эту хрень. Таким Нео нужно, блин, быть. Он стоит еще просто так. Ждет, пока в него что-нибудь полетит. Чтобы уклониться, реально такой Нео. Не знаю, беги отсюда куда-нибудь просто, а.
проснуться. Дайте бутылки, дайте их ненавидеть. За колонну зайти, что ли, а? Подстоять так. Лукас, где твой разум? Твой мозг? Ты не кормишь холодильник, он тебя пытался убить. О, по-моему, у меня вот на каком-то таком моменте здесь было очень сложно, что не отложилось. Вот тут, чуть-чуть другого. По-моему, его откинет, что ли? Посмотрим. За Гетрейзи оно слишком быстрое, на самом деле. Не всегда успеваешь переключиться с одного на другое. Ну, просто вот этот, например, L1 удобнее делать, когда пальцы, короче, не на стиках. А повыше. Потому что у меня руки маленькие. О, стрёмный момент тоже. Господи, как его кроют. Так. Я, кстати, еще кое-что помню. Там, где... В смысле? Делала как нужно. Смотри, ты видишь, что на тебя падают балки. Зачем ты ложишься по другую какую-нибудь балку? Ты видишь, что там что-то трясется. Стоишь и смотришь на это. Господи, Лукас, за что? За что, Лукас? За что ты так делаешь? Кстати, если умереть, то там что-то забавное что-то произносят. Типа, вот так вот закончилась моя история, я не смог достигнуть того-то. Что-то еще. Ну, если мы умрем, вы это услышите. Вот ты упал, проваливается, какая разница уже? Какая нафиг разница, серьезно? Почти. Ты еще уклоняешься чего-то. Это смех. Черт. Lucas's terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to him. I had to find out what Agatha had told him. I wanted to look my brother in the eye and hear the truth. I'd never been to his apartment before, and it took me some time to find it. Маркус, какой же ты хороший, так. Йо, как... Какая у тебя дверь? Lucas Kane. That's it. Lucas? Lucas, open the door! Lucas! Он не может. I could swear that I heard a scream coming from inside.
The doorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Нормальный священник. Пошли брата спасать. Лукас! О, мой Бог! Давай, спасай брата, спасай брата. Мы спасли брата. Лукас! For God's sake! Have you lost your mind? What's come over you? The walls were blown away, and the wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas! There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas! Тихо, и слушай, ему плохо. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening! It'll be all right, Lucas. Chairman, boy. Everything will be fine. Не Машки. Я не помню, будет все хорошо с Маркусом или нет. I finally convinced Marcus to let me go out. I'd slept most of the day. He'd stayed to watch over me. I needed to get out and get back in touch with reality. My physical condition was deteriorating rapidly. Так, давайте, короче, здесь остановимся, потому что там дальше... Так, дальше в это я ещё играла, после этого ещё чуть-чуть я играла. По-моему, ещё следующие примерно минут 40 я буду знать, что будет происходить, потому что я это играла. Где-то так. Не помню точно. Ну, следующие несколько этих, как бы, сцен глав я ещё точно знаю. Так что это оставлю на следующий раз. Лучше я устал играть. Чат вот тут. Чат. Что вы хотите? Хотите, я схожу пару раз поиграю в Overwatch? Или вы отпускаете меня кушать? Или не знаю. Я не знаю, хочу... Не, я хочу есть. Но я не знаю, что я хочу есть. Еще мне нужно видео доделать. Еще я не знаю, когда после обеда начинается. У кого-то там, которые сантехники сегодня. Так, анонсмент. Ух ты, игра Elijah Wood. Так. Чатик, вы живы? Давайте я пока закончу. Да. Main menu. Или не стримить вам Overwatch. Поиграть самой. Или стримить. Я там золото вернула. Ну хотя там пару игр, это как раз будет. И будет 2 часа стрима. Типа такое нормальное. Ладно, давайте, не знаю, кто здесь есть, то еще это самое. Всем спасибо. Сейчас я вернусь, я сыграю 2 игры в Overwatch на консоли. Тот самый прекрасный Overwatch на консоли, да-да-да. Бла-бла-бла, надеюсь, на самом деле у меня этот чат работает. И это просто вы ничего не пишете, я не умею, что-то сломалось. Так. 2 игры в Overwatch и... Иду себе еду придумывать. А, есть же молоко, яйца. Да, я знаю, что я себе сделала, наверное. Не хочу сырники делать. И хлень делать. Долго и сложно. Так, не-не, пожалуйста, не включай мне вот эту. Вот это вот. Короче, сейчас я вернусь. Сейчас увидимся. Всем спасибо, кто смотрел Фаренгейт. Записи все есть тут на Твиче. Либо они есть на Ютьюбе. Там подписывайтесь, фолловьте, всякое такое, бла-бла-бла. Всем спасибо, сейчас вернусь. А, еще. Так лучше.